Приветствуем, с вами Fork News. Сооснователи китайской майнинговой компании Bitmain Микриджан и Цзихань У наконец-то разрешили свои разногласия мирным путем. Цзихань У заявил, что покидает пост генерального директора. Об этом он сообщил в Твиттере, опубликовав зашифрованное письмо. В октябре 2019 года У вернулся на должность генерального директора Bitmain, пользуясь отсутствием Джана. Судебное разбирательство Цзиханя У и Микриджана привели к задержкам в поставках оборудования. Это негативно отразилось на бизнесе Bitmain. Поэтому соучредители компании решили поскорее урегулировать свой конфликт. В рамках соглашения Джан выкупил почти половину акций Bitmain за 600 миллионов долларов. Для этого он позаимствовал у Bitmain 400 миллионов долларов и обязался привлечь остальные 200 миллионов долларов из других источников. Цзихань У будет руководить облачной майнинговой платформой Bitdeer, а также фермами в Норвегии и США. За Микриджаном останется майнинговый пул Endpool и компания Bitmain. Bitdeer и Endpool отделились от нее. Это нужно для оптимизации бизнес-модели Bitmain, чтобы компания сосредоточилась на проведении первичного публичного размещения IPO. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки в описании. До скорых встреч!